Понятное дело, что надо. Я не меньше вашего хочу, но, блин, потом парням достанется, если они будут меня видеть. Потом полиция приедет и им достанется. Я не хочу, чтобы ребятам досталось нормально. А кто? Вызвали? Да. Просто я за ребят переживаю. Не дай бог, вот приедут они, увидят, что его колышут. Еще ребята невинные. Делать вещи не я. Не я делал. Не надо делать. Не надо. Сейчас пускай не то приезжает. Уже, блядь, эти ебашки. Будет скоро подать. Я как будто я не такая помощь. Делал я с ножом. Ну вот ребята, все дети. Не будь сейчас козел, блядь. У него жаль, то пришло. Ты что делаешь-то? Ты уверен, что он? А может, это твой сын? Все правильно. Докажи, что ты такого не делал. Да вас толпой всегда идете на один на одного. Ребята, тихо, ждем милицию. Все, ждем милицию и не надо самосуждать. Да ты не окай на. Я второй. Циркачи, блядь, устроили клоунаду. Где второй? Вас каждого второго можно, блядь, взять за жопу нахуй туда, как его, блядь. Да не возьми, а возьми, блядь. Все, его опознали уже, тут бесполезно как-то. Конечно, блядь, собрались. Он уже сам признался. В чем проблема? Есть закон, и пусть закон разбирается. Они вы. Я второй, а я его трогал. Ребята, не дайте, пусть едет милиция и заберут, и разберутся. Да что такое за животное? Стадо-то собралось. Полина! Матушка, не только так. Да нельзя, ребята, пусть закон разбирается. Вы что творите-то?